реализуем новую форму работы – профессиональный марафон «Шаг в профессию» для тех абитуриентов, которые обучаются в профильных классах профессиональной направленности – педагогические классы, спортивно-педагогические и инженерные классы. Ребята этих классов имеют право поступления в университет без вступительных испытаний на основании собеседования. Для этого им надо всего лишь иметь оценку 8 по профильным испытаниям и не ниже 7 по всему аттестату. Пройти собеседование и стать студентом Витебского государственного университета имени Петра Мироновича Машерова. Наша задача в системе образования, на мой взгляд, основная – это сориентировать детей на выбор профессии, чтобы он был осознанный и дети об этом никогда не пожалели. Конечно, профильные классы, которые сегодня развиваются в Витебской области, в целом, как и в стране, они играют основную роль и направлены, в первую очередь, на то, чтобы ребенок пощупал профессию, пощупал ее руками, посмотрел, посетил высшее учебное заведение, посмотрел, поговорил с преподавателями, смог еще раз где-то, скажем так, в боевых условиях непосредственно уже университетских аудиторий пообщаться, посмотреть его, не его. И, конечно, очень бы хотелось, чтобы он, будучи в высших учебных заведениях, именно закрепил свою уверенность. Я учусь в 45-й школе в инженерном классе. Это физико-математический класс. У нас побольше предметов, уроков математики, физики. Ну и у нас проводят всякие мероприятия, связанные с инженерией, профориентацией. Я рассматриваю вариант поступления на факультет математики и информационных технологий. Я давно рассматривал такой вариант, и мне это близко. Я решила пойти в педагогический класс, потому что мне интересна профессия педагог. Я считаю, педагоги – это одна из самых интересных профессий – учить детей, давать им знания. И я узнала то, что в нашей школе есть педагогический класс, поэтому для меня это хорошая возможность. Это дает мне какой-то опыт с общением с детьми. Я заменяю некоторые уроки учителей. Я рассматриваю этот университет как шанс поступить, выбрать какую-то свою профессию и в итоге стать отличным педагогом. Есть возможность поступить, надо поступать. Я считаю, что если дается возможность через спецкласс пройти или как-то еще какие-нибудь приоритеты, то их нужно использовать. Если человек хочет поступить, то надо использовать все шансы для этого. Я участвую в университетской олимпиаде, прошел первый тур. Вот 17 февраля поеду на второй тур сюда. Планирую поступать в университет имени Машерова на факультет гуманитаристики и языковых коммуникаций, чтобы получить историческое образование. Учусь в спортивно-педагогическом классе, потому что больше возможностей, больше учителей, которые хотят помочь нам. Также университет предоставляет нам специальные возможности для поступления. Мероприятие само по себе классно устроено, мне понравилось. Больше захотелось поступить сюда, больше захотелось приложить усилия, чтобы сюда поступить. Военная кафедра.